А вы говорите, стримы неинтереснее. Смотрите Fallout у меня, друзья мои. Только я такую срань могу найти. Так, ну, короче, сейчас мы поговорим с Пайпер, и пауза будет. Пивной перерыв минут 10-15. Все, кто собирается идти спать, я думаю, этот момент идеален. Да, вы что, дальше я уже не знаю, чем я буду заниматься. Вряд ли чем-то интересным. Я устал. Буду просто с пивасом ходить туда-сюда. Народу только прибавляется, 18 тысяч, но не... такие моменты я не удивлен. Тихо, тихо, девочка. Спасибо, что исчезла с глаз моих долой. Слишком поздно. Келлок работал на институт. Он отдал Шона. Шон был так близко и в то же время так далеко. Прям как небо в сражениях зеркал машин. Институт, ого-го, я на этих сукиных детей уже больше года досье собираю. Все содружество них ненавидит и боится. Иногда они пищают людей под покровом ночи, иногда выбрасывают старого синта, видимо, чтобы о них не забывали. Но до сих пор ни у кого нет ни малейшей идеи. Где находится этот институт и как туда попасть? Вы можете говорить по отдельности. Но кто-то должен про это знать. Например, тот, кто отдал им Шона. Келлок, но он умер. Я его затыкал ножом в яйца. Абдуль, ты ж со мной был. Он мертв. Он жену мою убил. Чё я с ним сюсюкаться было? Так, у Абдуля, видимо, память коротка. Итак, разгневанный родитель вышибает мозги убийце и похитителю. Отличный бы вышел финал, если бы еще раскрыть самый большой секрет во всем содружестве. Я ни о чем не сожалею. У меня очки провалились в брови. Значит, ему вышибли мозги. Мозги. Знаешь, может, и не придется говорить с ним самим. Ты несешь чушь, Ник. У тебя какой-то сбой в программе. В добрососедстве есть одно место, называется Дом воспоминаний. О, Memory Den. Там можно пережить свои старые воспоминания, как будто это все происходит на самом деле. Если из мертвого мозга реально извлечь хоть что-то, это сможет сделать только доктор Ариме. Специалист... что? Не успел. Хорошая мысль. Надеюсь, ты прав, Ник. Так, значит, нам будет нужен кусок мозга кинолога. Сколько серого вещества, сколько Ариме потребуется для работы? Господи, Ник, ты серьезно? Фу. Я понимаю, что это звучит странно, что еще нам остается. Других зацепок нет, а в мозгах наемника могут быть ответы на все наши вопросы. Блин, я представляю, как пригорит у людей, которые без фаст-тревела. Какие же у меня брови мощные. Я представляю, как пригорит у людей, которые играют без фаст-тревела, потому что придется возвращаться, короче, туда, опять через всю карту. Мне понадобится хорошо заточенная ложка. Нужно... неважно, ввязываемся ли мы в эту авантюру с мозгом или нет, всем вместе нам идти нельзя. Я в любом случае пойду в новом воспоминании и поговорю с Ариме. Если хочешь со мной, пожалуйста. Я возьму... Блин, Ник вообще башковитый чувак. Он намного больше советов дает, чем эта прошмандовка. Он знает этот мир, а она только бухтит. Взять с собой Ника.
We're gonna get your boy back. Just a few more steps. While you two are out, I'm gonna do some more research. I'll be here if... Да, заткнись, никому ты не нужна, иначе бы я взял тебя. Все хотят, чтобы я брал его. Весь чат всегда горит его, его. Он веселый, смотрите, он с ребенком играется. Я отвернулся, делай с ней что хочешь. Так. Поговорить с доктором Ариме. Ну что ж. Ну что ж. Самое время поставить на паузу, дорогие друзья. Даже хорошие люди могут потерять рассудок от страха. Подходящий девиз. Да, да. Идеальный момент для паузы, я считаю. Те, кто захочет узнать, что произойдет дальше, что за Memory Den, кто такая Ариме, доктор, придется ли нам брать мозг, что нам скажет мозг после того, как мы его вернем. Я вижу, ребят, что вы подписываетесь, донатите. В конце стрима я обязательно все прочту и поблагодарю вас. Я вас очень сильно люблю. Ну, те, кто хочет узнать, подождите, подождите буквально 10-15 минут, пока я освежусь, приму волшебного нектара, и мы продолжим.